Вот такой сегодня у нас снег. Снег, посмотрите. Снег с дождем. Он, конечно, на землю падает уже растаявший. Но посмотрите, какой сильный снег с дождем. А сегодня у нас всего лишь навсего 21 ноября. Вот так вот. Красота у меня, конечно, из окон смотреть. Ну вот я сижу завтракаю, и вот такой у меня пейзаж за окном. Друзья, дорогие мои, сегодня хочу рассказать вам немножко, как мое житье здесь, что у нас нового. Как вы понимаете, зима пришла неожиданно, как всегда, сюда, в Англию. Я слышала, что и у вас тоже погода не очень. Да, друзья. Еще даже деревья не сбросили полностью листву. Вчера у нас было 0 градусов, а сегодня плюс 4. Ну вот, такая погода. Иногда бывает очень плохой ноябрь. Хотела вам на крыше показать, что снежок видно на крыше. Но похоже, что вы не увидите. Немножко снежок, видите? Показываю вам вид из каждого моего окна. Бегаю туда-сюда. А снег все не кончается. И вот такая вот грязь и лужи здесь у нас на дорожке. Посмотрите. И так быстро, резко сменилась погода. Потому что еще вчера ничего не предвещало. Вот сейчас покажу вам. Вчера был чудесный солнечный день и плюс 12 градусов. Всем привет, друзья! Опять я еду в гости к другу своему. Это вот сейчас покажу вам. Это Ride Esplanade, наш автовокзал новый так выглядит. Вот сегодня у нас плюс 12. Вот видите, новый вокзал я вам показываю сзади меня. Сегодня у меня для вас будет много нового. И сегодня я хочу вам рассказать и показать вот этот автобус, который я сейчас жду. Он отправляется через 10 минут. Приехала я почему-то рано. И хожу, брожу. Хочу еще вам показать вот здесь сзади, посмотрите. Очень красивое здание у нас, Esplanade. Это в центре Райда на набережной. Кстати, вы знаете, мой друг очень любит Шекспира, просто обожает. Когда-то, говорят, говорил он мне, когда-то в молодости он с ним играл даже в театре, в Шекспировском театре в Статфорде. И мы даже ездили, побывали в этом замечательном старинном городе Стратфорд на Эйвоне, где родился и прожил всю жизнь Шекспир со своей семьей. И следующее мое видео будет для вас именно об этом городе. А сегодня я уговорила своего друга немного вспомнить свою молодость и продекламировать Шекспира. И он с удовольствием сделал это именно для вас, друзья. Знаменитый монолог. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep, no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. Oh, it is a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep, perchance to dream,
Aye, there's the rub. For in that sleep of death what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the end or the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of? Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pitch and moment with this regard their currents turn awry and lose the name of action. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Ну, а я хочу вернуться с вами к сегодняшнему моему видео. А вот это видео о городе Стратфорд на Эйвоне полностью расскажу и покажу вам очень скоро. Подошла вам, показываю, видно ли вам сзади меня карта. Видите как, вроде бы хочется мне показать себя вам, но лучше, наверное, все-таки показывать то, что конкретно у нас на экране. Это мы подъезжаем к Саутгемптону. Время даром я не трачу, не теряю. Вот сижу, загружаю для вас видео. Вот такая у меня программка. Целый час нам ехать. Интернет здесь очень плохой. Вообще в последнее время что-то плохой интернет. Тоже глючит постоянно. Но вы знаете, я что, на что обратила внимание? Вот я сижу здесь, разделась. Все, что можно было, с себя сняла. И куртка вот там моя, видите. И жарко невозможно. Сижу в свитерочке. Сейчас вам покажу. Ну вот я сижу. Занимаюсь компьютером. Тут все есть. В принципе, вон сзади меня даже телевизор видите. Чудесно, замечательно. Но ехать долго, целый час. Я просто вся... Сижу красная, пунцовая, мне в голову ударило, потому что жара, топят здесь. А на улице тоже у нас практически тепло, так скажем, да, 12-14 сегодня градусов обещали. Так вот, я удивляюсь на англичан, вот посмотрите на них. Вот они сидят в куртках, я все, говорю же, с себя все сняла, и мне жарко. Посмотрите, практически большинство сидит в куртках. И вот эта компания, мужчины сидят в куртках, вон там подальше немножко сидят пожилая пара в куртках верхних, видите, вот здесь вот сидят в безрукавках толстых в куртках. То есть я что хочу сказать, я не хочу никого обсуждать или не дай бог еще что-то, но вот интересно то, что они зимой ходят в шортах иногда. А если уже они напялили эти куртки, то они их практически нигде и не снимают. Вот у меня такое впечатление сложилось. Вы знаете, давайте сейчас еще одно посмотрим здесь. Еще один отсек. Вот посмотрите, один стоит мужчина без рукавочки, а второй сидит в куртке в теплой. Вот еще в пуховике, пожалуйста. Как можно это понять, я не знаю. Я прошла назад. Ферри все один и тот же у нас. Есть несколько кафе вот таких вот, видите, на каждом этаже. А этажей здесь много. Здесь три этажа. Вот еще на другой этаж. Видите, лестница. Все
Все пристойно, чистенько, красиво. Туалет есть. Кофемашины. Кофе можно попить. Вот я вернулась на свою. Посмотрите, вот опять сидят у меня девушки, которые сидят в одежде. Как это объяснить? Может быть, у них уже не работает вот этот вот внутренний какой-то, знаете, термостат, термометр, градусник внутренний не работает. Что они не чувствуют ни тепла, ни холода, не знаю. Как это объяснить, не могу. Здесь, наверное, будут немножко почище окна, лучше видно. Ну, кто был в Саутгемптоне, может все это сразу recognize, узнать. Иногда путаю русские слова уже с английскими. Ну хорошо, хоть мой друг меня сразу встречает с парома. И вот так вот я у него провожу замечательное время. Мы вместе ездим везде, смотрим все. И вы знаете, поэтому я, в общем-то, и задерживаюсь со своими следующими видео. Ну вот я вернулась снова на остров, друзья. И поэтому я вам хочу рассказать немножко новостей своих. Сегодня в этом видео у меня будут такие вот короткие опять нарезки, короткие зарисовки. Ну, я думаю, что вам это тоже будет интересно посмотреть и послушать. Вот это я снимаю в любимом своем месте. Отель огромный на берегу нашего пролива Соланд. Посмотрите, какой был великолепный день и как резко поменялась погода буквально за 3 дня, друзья. Ну вот я успела для вас снять это видео, когда еще было плюс 12 градусов. Друзья, сегодня у нас объявили штормовое предупреждение. Мне пришло извещение на телефон и сказали, что в субботу-воскресенье будет страшный шторм, ветер, снег с дождем. Представляете? Но пока сегодня у нас еще только четверг, но как-то, в общем, уже предупреждены мы. И зная о том, что происходит в Испании, будем, так, знаете, с опаской ждать выходных. Что еще хочу сказать, пока не забыла, друзья? О том, что я заказала серебряную кнопку все-таки. И серебряная кнопка вскоре придет. Меня уже информируют, что моя кнопка в пути. Я говорю вам о серебряной кнопке с Ютуба. Как только придет она, я обязательно вам покажу и расскажу. Вы знаете, я сначала испугалась, что там надо заполнять очень много документов, как мне на Ютубе тут сказали блогеры. Но оказалось, что это только для российских блогеров, а так как я живу в Великобритании, то проблем с получением кнопки у меня и нет. Центр Сандауна. Большой, хороший город. И вот посмотрите, что происходит. Вот напротив 2 магазина уже закрыты. Видите? Так, показываю дальше. Вот рядом со мной магазин. Все закрыто. Выехали. Вот там рядом 2 магазина. На той стороне тоже закрыты. Идем дальше, смотрим. Вот еще один магазин в центре. Полностью закрыт. Вот еще один магазин в центре. Закрыт. Обанкротился. Вот так вот. Вывеска там была. Эти, да? Ничего не выдумываю, все показываю. Все как есть. Идем дальше. Самый-самый центр города Сандаун. Thank you. Вот, пожалуйста, закрыто. Потому что тоже переезжают. Смотрим дальше. Вот один обувной магазин здесь сохранился, остался. И дальше рядом. Посмотрите. Все закрыто. Все закрыто, все выехали, все обанкротилось. Ну вот, понимаете, что происходит. Вот еще один for sale на продажу выставлен.
то ли магазин, то ли дом, все опять закрыто. То есть бизнес на острове приходит в упадок, все хуже и хуже. Почему? Потому что у людей денег не очень много. Здесь закрытая территория, остров, и живут здесь не так и много людей. Скорее всего, что, ну, вот бизнес глохнет. Остаются только чарати. Вот чарати шоп, агентство по продаже недвижимости. Чудесно себя чувствует. Вот. Может быть, какие-то еще успешные магазины, у которых есть деньги. Вот этот магазин одежды. Не очень он, конечно, популярен. Я смотрю, он постоянно стоит закрытый. Может быть, тоже готовятся к выезду, да? Да, друзья, грустно все это очень. Ну вот, очередной charity shop. Здесь, пожалуйста, тайские товары, которые уже давно никому не нужны, завались, да, как у нас раньше было на этих рынках. Черкизовский рынок. Еще какой там был самый главный? Уже все позабывала. И как вы понимаете, самый центр города не радует. Вот еще, видите, освобождается магазин. Освободился уже, вернее. И теперь опять его сдают. To let, это значит, сдают в аренду. И еще один закрытый магазин. И еще один магазин со всякими сувенирчиками, всякой ерундой. Вот он открыт. Не могу сказать, что я здесь очень часто бываю. В Сандауне бываю крайне редко. Но мне нравился здесь центр. Очень симпатичный. И вот так вот кризис его коснулся сильно. Хотя не только Сандаун, любой город здесь на острове претерпевает такие изменения. Иногда хочется вам поближе показать такую красоту. Вот эти вот венки бесподобные на Рождество. И дверь такая супер. Видите? Старинная. Старинная, чудесная. Хотя уже новый, конечно, замок. А там просто для красоты. И еще один магазин. Закрытый навсегда. И посмотрите видок у этих квартир наверху. Все обшарпано, если вам видно, да? Окно разбито. Судя по всему, вот там на углу вообще наверху все разбиты окна, значит, там никто не живет. Вот это вот пустующее здание получается. Внизу кафе. Тоже я никогда не видела, чтобы оно было открыто. Магазин сувениров. Кстати, очень дорогой, но еще не закрылся. Отель Bed and Breakfast. Вот на самом-самом берегу. Это, видите, Sundown Pier, Пирс, Royal Pier Hotel. Выглядит неплохо, сохранился. И напротив маленькое кафе, тоже удачное расположение. И здесь летом много туристов. Уже елки в отелях стоят, все-таки уже люди украшаются к Рождеству. Давайте мы сейчас спустимся к морю и посмотрим. Мое новое видео для вас в этот замечательный вечер
Очень тихий. У нас безветренно, и поэтому, конечно же, туман. Но зато слышно шелест волн. Будний день. Осень глубокая, ноябрь месяц. Уже туристы схлынули, и посмотрите, как пустынно на этой красивой набережной. Посмотрите, какой штиль. Это флаги. Флаги у мемориала памяти. Обычно красиво развивается британский флаг. А это вот что за флаг? Наверное, какой-то флаг марин, морской. Сумерки. Времени 16:30. Чудесная погода. Ну вот, и сглазила я погоду. Видели, какая погода у меня в начале видео? А эта погода была ровно неделю назад. Вот такая, друзья. Так что сегодня мы много чего увидели, много где погуляли. Я надеюсь, что вам сегодня мое видео понравилось, друзья. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Самое время сейчас поставить лайк этому видео. Пожалуйста, не забудьте поделиться со своими друзьями этим видео. И, пожалуйста, не забудьте, следующее мое видео будет о городе Шекспира. Всем пока-пока!